Qualcomm и Apple договорились, платит Apple. Компании Qualcomm и Apple объявили о достигнутом ими соглашении. Оно предусматривает прекращение всех судебных разбирательств между двумя компаниями по всему миру и выплату Apple в пользу Qualcomm. Уточним, что соглашение охватывает и судебные споры с участием Qualcomm, в которые вовлечены производственные партнеры Apple. Компании также подписали 6-летнее лицензионное соглашение, которое начало действовать с 1 апреля 2019 года и может быть продлено еще на 2 года. Кроме того, подписан многолетний договор о поставках чипсетов.